Привет, друзья! С вами снова «Футбол по венам» и я, Роман Смедюк, ведущий, тренер этого проекта. Сегодня мы хотим с вами поделиться очень крутыми упражнениями на пресс. В этом нам поможет очень сильный, очень мощный человек Евгений Хачериди. Пока мы записывали начало нашего эфира, он уже успел порвать наш жгут, поэтому сейчас придется искать новый. Жень, ты готов? Я думаю, сегодня тебе будет нелегко. Я тоже думаю. Что, погнали? Для нашей сегодняшней тренировки нам понадобится фитбол, жгут длинный и мини-бенз, мини-жгут. Первое наше упражнение на статику. Планка на локтях на фитболе. Задача удержать ровную линию тела, поясницу держать не в прогнутом состоянии, а в округленном состоянии. Три подхода, 40 секунд работа, 20 секунд пауза. У вас в Греции есть похожее упражнение? Такое я не видел. Они в основном все сами. То, что надо, то не делать. А в «Динамо» как было? Ну, в основном все просят у тренеров, чтобы я дал упражнение и проконтролировал, правильно ты делаешь или нет. Ну, ты дорабатывал? Бывало. Да? Мне кажется, ты где-то года последних полтора-два начал более активно заниматься. Да, уже начал уже. Когда уже за 30 пошло, ты только понимаешь, хотя 30, ты уже понимаешь, ага, надо. Да. Следующее упражнение – это будет боковая планка. Чтобы усложнить это упражнение, жгут надо одеть под колени, чтобы упростить над коленями. По 20 секунд на сторону. 2, 1. Фу, ё-мо. Это очень сложно. Нога прямая. 3, выше. 2, 1, есть. Пауза. Ты что, ё-моё. 20 секунд работа одна сторона, 20 секунд работа другая сторона, 40 секунд пауза. Кстати, ты знаешь, что нас еще объединяет? Мы были когда-то под руководством Парцянова. Что скажешь по поводу тренировочного процесса? Тяжело, сборы тяжелые. Бегать. Но говорили, что и у Газаева нелегко было. Даже у Газаева посложнее были. Да не просто бегать, знаешь. На время ребята не добегали и отправляли домой. Был парень у нас. На контракте его отправили домой? Да, познаю, что не добежал и сказали, возьмите ему билет, пусть едет домой. Для этого упражнения, друзья, вам понадобится жгут и партнер. Один конец с одной стороны, на тазобедренной, другой конец с другой стороны. Поднимаем таз и держим. Мы стоим 15 секунд и делаем 12 подъемов таза вверх-вниз. Один, два, отдыхай. Хорошее упражнение. Это наш тренер по единоборству, можете снять, что он творит. Это он не наелся таблеток, это он на самом деле такой мастер. С ума сошел или что? Заключительное упражнение в статическом режиме – лодочка. 20 секунд работа, 30 секунд пауза, 3-4 подхода. Основная задача – это чтобы у нас была округленная поясница, чтобы ты скрутил пресс. У тебя, конечно, по фоткам просто… Пресс-космос. Ты очень сухой? Не, подсушился. «Динамо» играл, кажется, я худой, а на самом деле у меня жир был 11-11,5, даже 12. А сейчас? Сейчас последнее измерение в Греции было 8,34, а рекорд был 7,87. А ты чувствуешь разницу питаться в игре, когда у тебя там процент жира 11-12, да, и когда 7? Я там в Греции не играл почти, даже ничего не чувствовал. Просто тренировался. Ну легче. Чему думаешь, что не играл? Сложно сказать. Много версий, тебе же правду никто не скажет. Вроде нормально играл, а потом… Так получилось. Ну ничего, ничего. Вернулся бы обратно сейчас? Да сложно сказать. Сложно, не знаю. И мы переходим к следующей нашей части. Поменяем режим нашей только что планированной работы. Мы сделаем эти упражнения в паре. Будет работать Женя и будет работать… Мы выберем сейчас обычного человека. Как обычно, просто не профессионального спортсмена. И посмотрим, насколько… Реально это сложное упражнение. Кирилл! Привет! Привет!
Ты как бы можешь стать звездой или больше опозориться? 3, 2, 1, погнали. Вы можете уже увидеть разницу. Нога, которая внизу, как болтается тут и как тут четко держится. Пауза. Кирюк. Нормально. А ты пресс чувствуешь? Да. Не болтай всем телом, работай только руки. Посмотри. И полное скручивание. Оп, погнали. Кирюк, чуть быстрее. У тебя веса на 30 кг меньше. Ты уже 2 года в спорте. Только не футбол по венам, а вино по венам. Первый круг. Минута пауза. И второй круг начинаем. Такой же. Давай, 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 погнали. Отдержу коленный сустав вылетел или что? Ой-ой-ой. Я пытаюсь уплыть отсюда. Ты знаешь, с кем ты сейчас тренируешься? Представитель какого вида спорта этот человек? По спорту ты догадываешься, да? Это не то. А позиция знаешь какая? Футбол, футбол. Опорник? Ты знаешь такие слова? Кстати, ты играл когда-то опорным? В Луцке начинал, пробовал. Если бы сейчас партизаны позвал, пошел бы? Пока не. Что, ребят? Бля, ну это было, ну как тебе пресс? Мне отлично, мне сюда отлично. Тяжело? Ну тяжеловато. Ну смотри, ну это как бы легкая часть была. Вот если ты первую пробовал, ты бы офигел. Первая хорошая была. Кирюх, спасибо большое, мы еще продолжаем. Ты все тренировал? Да. Скажешь завтра, как ты? Друзья, и по нашей традиции у нас есть для вас презент. Это футбольный мяч Adidas Лига Чемпионов с подписью Евгения Хачериди. И выиграет этот мяч тот, кто угадает, какой следующий футбольный клуб будет у Жени Хачериди. Нелегкий вопрос, но как бы и мяч тоже. Это очень сложно даже. Неплохой. Спасибо большое. Да не за что. Тебе приятно с тобой работать всегда. Всегда я тебя рад видеть. Спасибо. Спасибо, Ром. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Это был проект «Футбол по венам». Подписывайтесь, ставьте лайки. Если это видео соберет 3000 лайков, я поеду в Европу и сниму выпуск с каким-то знаменитым европейским футболистом.